Сами себя они называют героями перемен, проявляют активную гражданскую позицию и призывают следовать их примеру. Волонтеры Конституции Карачаево-Черкесии подвели итоги информационной кампании, в ходе которой они рассказывали жителям республики о сути поправок. Последний рабочий день добровольцев застала и Фатима Даурова. Две недели активисты Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» занимались разъяснительной работой. За это время в штаб поступило более 30 тысяч звонков от граждан республики, в ходе которых они получили пояснение о сути предлагаемых поправок в основной закон страны, уточнение о времени и местах голосования, а также возможности сделать свой выбор на дому. По республике у нас насчитывается более 600 человек-волонтеров, которые занимались так или иначе информационным освещением поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации. В течение двух недель наша команда работала как одна большая семья, и каждый день мы выходили на смену, работали посменно, то есть на каждой точке находилось три волонтера, которые работали с нашими гражданами, которые интересовались насчет вносимых поправок. Всего в столице республики расположились 10 точек, где активисты движения раздавали информационные материалы и отвечали на поступающие вопросы. Такие же пункты были организованы и в муниципальных районах Карачаево-Черкесии. Перед тем, как стать волонтером Конституции, молодые люди прошли серьезный отбор. Наша команда набиралась через портал «Добро.РФ». Там наши волонтеры проходили обучение по поправкам, предложенных на внесение в Конституцию Российской Федерации. И по отбору, то есть эксперты Центра молодежи Российской Федерации отбирали наших волонтеров. То есть по прохождению этих тестов они получали сертификат и после этого приступали к работе. Стать волонтером – это осознанный выбор молодых людей. Во время своей добровольной работы им приходится выслушивать разные мнения. Однако они понимают, что их главная задача – помочь людям разобраться в поправках в основной закон страны. Люди сами самостоятельно проявляли свою гражданскую позицию. Поступало много звонков на нашу горячую линию. Все полученные данные мы отправляли на все территориальные участки, где они обрабатывались в тот же день. Подходят, мы их информируем, ни в коем случае не агитируем, рассказываем о том, что сегодня проходит голосование, и рассказываем, какие поправки. Ну, а какая поправка тебе больше всего понравилась самой? За добровольцев и волонтеров. Свое решение они уже приняли. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия.